Всем привет! И в этом видео вы узнаете, как посмотреть удаленное видео с YouTube. Хочу обратить внимание, что данный способ работает не для всех YouTube видео, так как Wayback Machine архивирует не все. Как мы видим, это видео недоступно, так как связанный с ним аккаунт YouTube был удален. Я выбрал специальное видео, которое есть в Wayback Machine. Для начала нам нужно скопировать URL-адрес этого видео или же ссылку на это видео. Открываем Wayback Machine и ищем URL-адрес этого видео там. Как мы видим, здесь открылась история отпечатков, ну то есть сохраненных снапшотов этого видео. Заходим на один из них. Сейчас должно загрузиться видео. Запускаем видео. Видео загрузилось. Всем пока, и в этом видео вы узнали, как смотреть удаленные видео через Wayback Machine.